очень легко было. За два. Что такое профессионализм? Быстрее. Самое точное воспроизведение своего образа в голове. Понятно. Тебя спрашивать не будут, ты это делаешь за деньги, я понял. Наверное, да, это главный критерий для вас. Для меня? Да, профессионализм. Ну, хрен его знает. Как ты думаешь? Что такое профессионализм? Ты вообще не думаешь. Ты о чем сейчас думаешь вообще? Да, Андрей. Я просто сегодня дико устала, и я очень хочу сыграть последнюю нашу песню, для меня любимую. Так не вопрос, сыграйте последнюю, все чего. Так вы же задаете нам вопрос. Так вы только вторую сыграли, у вас сколько сегодня? Сыграли третью. А уже третью? Ох, какая хорошая группа, быстро играете. А, третья, значит четвертая. Я понимаю, почему тебя били полгода, понимаешь, ты очень долго думал, что это не твое, понимаешь, вот так же и сейчас. Но... Это была конкретная цель. Профессионализм и человек, который профессионал, это тот человек, который знает свою профессию досконально, то бишь во всех маленьких нюансах, мельчайших. А я еще не знаю, поэтому я не являюсь профессионалом. Вы спросили, являюсь ли я профессионалом, я ответил, что нет. Вообще задал тебе другой вопрос, не важно. Для меня на самом деле это принципиально. Я вел как-то эфиры на радио, и я всем делал интервью именно с профессионалами, вот именно с крутыми такими. И всем задавал вопрос, как вы думаете, профессионал это именно тот человек, который делает свою работу за деньги или что-то еще? Да, я на вас смотрю. Это тот? Как ты вкратчиво прямо говоришь, на Юлю тогда смотреть. Смотри на Юлю. Вот когда так говоришь, смотри на Юлю. Зачем? Хорошо, не смотри на Юлю, просто говори, ладно. Тот, кто в первую очередь это делает. Подожди. Делает свою работу, полностью отдается своему делу, как я уже сказал. И не думает о деньгах, потому что они придут в любом случае. Тебе сколько лет? 18. Я не буду тебя расстраивать. По поводу в любом случае. Исполняйте следующую. Как эта композиция называется? Ангел. Ангел жил на земле. Ну, слово само. Смысл слова. Да какой смысл? Вот скажи, мне интересно узнать. Может, я просто оскорбил твои высокие чувства, так я сейчас извинюсь сразу. Не, ну бабушек. Нет, в смысле дедушек, я понял, ладно, хорошо. Я хотел сказать, что группа закончила много представителей прекрасного пола, это было очень круто. Куда дели? Просто у них были другие планы. Мы отыграли, например, несколько концертов с фаготисткой.
было очень круто. Они поняли, что мужей из вас путных не получится. Может, они нашли еще более интересные проекты. Что интересно? Сцена, что была интересна для тебя. Поэтому всех женщин вы изгнали. Другие. Ну, они сами же, я понял. Пошли разными путями. Да, я понял. С вами, конечно, пошли разными путями. Скажите, пожалуйста, вы как-то определяете стиль музыки, которым вы занимаетесь? Ну, вообще, конечно, это, наверное, какая-то ветвь прогрока. Вот. Но мне всегда, ну, лично мне, хотелось играть просто музыку без каких-либо определений. Мне просто интересно, а вы одно и то же играете или нет? А вы как думаете? Арт-рок. Арт-рок. Инструментальный, прекрасный арт-рок. Ну, насчет прекрасный, там, зрители оценят. А он все олимпийский фигарит. Скажи, пожалуйста, вы вообще останавливаетесь иногда, нет? Нет, я понял. Вы что играете? Ну, в данной группе. Пост-хардкор, естественно. Секунду. Вы? Я на бас-гитаре играю. Если я сейчас спрошу Ваню, это все, на полдня он сейчас будет рассказывать, что он играет. Ваня. Иван, уважаемый этот, господи, доцент. Коротенько так. В нескольких словах. Я играю музыку, вдохновленную Банду Дремучо Сокорца, рекомендатор Чего Тритон, импринатор Фаминерия Маркони. Ваша последняя композиция. Мне больше нечего сказать, потому что просто нечего уже. Кроме отряда Челентана, нужно знать еще классный итальянский груз. Нет, я еще Памелу Андерсон знаю. Клапана с этой стороны. Клапана не повышают, понижают тон, они не издают. Ничего не понял, ладно. Не суть. Ну я понял, что в общем надо вот этой дырочкой к микрофону. Это понятно. Нет, можно и клапанами к микрофону, можно и снять голову и начинать делать что-нибудь такое, похожее на трубу, но на самом деле я не поклонник таких приемов. То есть не экспериментатор? Классический инструмент, классический, надо идут классические. Есть, скажем так, перкуссионные техники, например, которые мне очень интересны, которые, в частности, использовал Ян Андерсон. Вот, ну и плюс классическое звукоизвлечение. Все-таки имя Андерсона все-таки прозвучало, слава тебе, Господи. Это я не про сказочника, я про другого, я думаю, что вы знаете. Джон Андерсон еще. Че, Вань? Джон Андерсон. Сколько еще Андерсонов в мире есть, скажи, пожалуйста? Там пол Дании сплошные Андерсоны. Я понял. Да, Вань, скажи, пожалуйста, ты все-таки вот эту банду собрал? Да. Да, давай я к тебе подойду. На секундочку, я сейчас буду перемещаться немножко. Вань, скажи, пожалуйста, по какому принципу ты собирал всех этих людей? Чтобы добиться... Нет, по какому принципу? Не чтобы добиться, а по какому принципу какой-то был, и ты сам себе представь. Вот со мной должны играть вот такие музыканты. По принципу достижения красоты в музыке. Мы хотим, чтобы музыка была красивой. Вот именно этот коллектив и обеспечивает... Чего баб не набрал? Красоту. А не для иных целей. Ну раньше обоз возили, я знаю. Для иных целей. Не, есть же женщины, которые играют, ничего. А какая разница? Подожди-ка, вы хотите поговорить об этом? Ну-ка. Спросили баб. Она ответила, ёмко. То есть, разница большая. Для вас какая? Ну, как небо и земля. Вы спросите женщину, может быть,
Сейчас начнем. Женщины, девушки, девочки, давай, не надо. Вот скажи, чем отличается? Потому что байкеры так вообще тетелками называют, понимаешь? И никто не обижает. Нет. Пусть живет. Ну что ты задумал, я боюсь. Лапы как даст, так я сразу сяду. Иди сюда, дружище. Что? Что такое? Жалуйся. Чеки, ты не можешь? Лео, давай пой. А подтяжку? Лео, давай. Лео, давай пой. Я хочу. Я тебе не закрываю. Не знаю, как надо будет там. Давайте чекнем все. Чуть-чуть что-нибудь. Оперение у нас. А кто тогда услышит, что я сказал? Мы сами додумаем. Или кого-то поговори, чтобы ты говоришь, а кто-то тебя запишет. Это Гамару, я не понимаю. Ты как же говоришь, говоришь, музыка. Вселенной жизнь столько раз.
Обернулся, потому что обычно, когда я начинаю разговаривать, барабанчик все время начинает стучать. Я думал, что это сейчас будет сделать то же самое. Итак, с кого спрос первого? Ни с кого не хочу, ребята. У меня сегодня, вчера я был на серебряной свадьбе. Я вообще разговаривать с этим не хочу. С тебя. Нет. Не надейся. Юля, давай с тебя. Хорошо. Юля, скажи, пожалуйста, кто отвечает вот за весь вот этот вот балаган разноцветный? Сейчас покажу на этого человека в зале. Она сейчас с нами. Ольга Михайловна. Ольга Михайловна. Да. Ольга Михайловна художник замечательный. Она автор этого платья, этих костюмов. Подожди, у нас сегодня показ мод, или вы играть будете? Включение Ольга Михайловна она художник. Она художник и автор всех песен, которые вот сегодня прозвучат. Кошмар, господи. Один... Доцент песни сочиняет, другой все, модельер песни сочиняет. Нет. Она не модельер, она скульптор. Еще и скульптор. Но, еще. Нормально, я нормально. Жду, когда наконец появятся музыканты, которые сочиняют музыку. Музыканты на сцене. Но музыку не сочиняют, чисто исполняют. Нет, каждый из нас сочиняет музыку, но не в рамках этого. А проекта. Скульптор чисто складывает, я понимаю. Нет, я тебя видел. Где? Когда? Типа она вчера только ради раз, где я ее видел. Я видел, как ты жарила там на этом, на аккордеоне. Где? Ну я не буду. Мы не будем сейчас это самое, рекламу заведения делать. Но это действительно. Почему, Рафаил? Что это такое? Ты в курсе? Вот это я понял. И это хорошо!
Да, вот незамутненный человек. Это замечательно. Скульптор сочиняет музыку, солист не знает, как группа называется. Это правильно. Ты в курсе? Ну, это просто звучит. Ничего так. Ах, что? Подожди. Девочка с веревками на голове, скажи, пожалуйста, ты знаешь, почему так группа называется? Нет. Что я могу сказать, Юля? То, что ты мне говорила, это все вранье. Нет, это имя Архангела, я же сказала. Вы спрашиваете, почему? Все, ладно, я пошел. Давайте, да. Архангелы. Давайте мы лучше поговорим. Исполняйте, это мне уже дурно становится от вас. Именно. Первая песня называется «Данка». Посвящается доктору Лизе. Короче, чем у них, потому что я на предыдущей группе, я по три раза подпрыгивал, думал, сейчас все уже закончится, они опять начинали. Да, даже, что такое? Что-то потеряли тоже, нет? Нет, если что, мы сейчас найдем, сейчас подключим. Откуда? С гитарой? А, ну и не важно. Тебя как зовут, скажи? Алексей. Леш, ты тут усиленно, когда был перерыв, усиленно вообще там какие-то боксерские фишки показывал. Ты чем занимаешься вообще? Творчество. Не, согласен, мордой бить — это тоже творчество, но... Это я рассказывал, как я занимался боксом в юности своей. Хотя я сейчас юн, но более ранний. Чё бросил? Полгода бил КМС, нет, устал. Чё полгода? Полгода меня бил кандидат мастеров спорта. Я устал, что меня бьют. Терпели его, чувак, ты смотри. Полгода терпел. А почему он тебя бил, я не понимаю? Это педагогический такой, да? Да, просто вот так. Я был самый большой просто в секции, и единственное, кого можно было бить, наверное, полноценно, это меня, а я быстро учился. А грушу не пробовали лежать там, нет? Ну, спарринг же обязан быть в боксе. А, я понял. Доцент, ты слышишь педагогические методы? Согреться, но сильный не вообще.
Понимаешь, даже экономики. Даже игре на басу. Секунду, Юля, иди сюда. Юль, скажи, кто его фигарил, чтобы он на басу научился играть? Не знаю, я пришла в группу, когда он уже умел. Он уже лежал с бас-гитарой. Он спал с ней, жил с ней. Спал с ней, жил с ней. Ты немного ли они разрушили? Не... У них сегодня тяжелый день. Вы с ней переспали? Лишнего. Он про гитару спрашивает, Леша, не отвечай ему. Вот женщина. Вот теперь мы знаем, для чего женщины в группе, да? Так а я о чем же говорил-то тебе? Ребята, давайте, чуть пошли. Я же о чем говорил? Мне больше нравится солист, который говорит, я че, где, что я здесь делаю вообще? Как группа называется, не знаю, кто все эти люди. Бокс, спят, гитары, еще что-то. Ты случайно сюда попал сегодня? Третий раз вообще с ним. У тебя в глазах читается, что как бы последний, по-моему, что. Это первый вообще на сцене. Человека дебют. Всего три. Короче говоря, тебя как зовут? Георгий. Георгий. У тебя перед глазами пример. В принципе, ну если хотя бы концертов 6 продержишься, то уже можешь считать себя полноценным этим убиенным этой группы Архангела Михаила Рафаила. Рафаила. Это не шоколадки, это конфетки такие, беленькие, посыпанные. Они с кокосом и шоколадом. Так, стоп. Сегодня шоколадную тему закроем, ладно? Потому что те какие-то шоколадки едят. Но у них, им шоколада на тексты не хватило. А ваши шоколадки с кокосами, я понимаю. Я понял, да, вы нормально исполняете. Доцент. Понимаешь, разница между вами в том, что он еще все-таки боксом занимался. Ты еще нет. И поэтому вот этот батл Рафаэла против Линд, я почему-то думаю, что у вас шансов мало. Мы миротворцы, мы не бьем, мы унижаем. Но как-то нужно. Дружище, это уже не бокс, это не спорт, это не искусство, это БДСМ. Я тебе скажу, как человек опытный, я видел. Я не участвовал, но я видел. У нас, кстати, на этом самом, там, на Лиговке каждый понедельник проводят, поэтому даже не вписывайся в эту хрень. Нет. Это никакого отношения к тому, что тебя били полгода, не имеет. Что, морально унижаете? Да. Вы для этого на сцену выходите, что ли? Нет, мы выходим для сцены для того, чтобы сыграть музыку. Вот. И скотчем не пробовал гитару к рукам привязывать, нет? Тут у тебя ремень все время отрывается. Это сегодня такой эксцесс. Хорошо, будем считать, что твоя гитара при виде меня. Да, да, именно так. Просто срывается. Какая следующая песня? Тайное место. У вас есть что-нибудь, жизнь утверждает, что что-нибудь свое есть? Или... Тайное место. Что? Называется песня «Тайное место». Секунду. Вопрос к скульптору. Это о чем? Так все время задают вопрос, где вы черпаете свое вдохновение для ваших песен? Вот эта песня, ответ на этот вопрос. Можешь пальцем указать? А все в тексте будет сказано. Ну, указать... У нас песни, слава богу, на русском языке. Указать место можешь? Отсюда далеко. Его так она так не отшивала. Молодого боксера. Он симпатичный. И что? Это несколько очков форы. И молодой. И что? Я молод. Зато у тебя гитара отваливается. Пусть у него отваливается гитара. Мы же группа, мы сплоченные ребята. Мы поддерживаем друг друга, вот и все. Все, пошел. Я тебя люблю.
Гитара втыкается коротеньким шнурочком в другой. Хорошо, ты напомнила о себе. Как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Маша. Маша, скажи, пожалуйста, почему у тебя веревки на голове? Чё? Ничего, а шо? Петербург, в Петербурге живем. Почему веревки на голове? Ну так захотелось, мне нравится. Я очень люблю свои дреды. Наверное, все планеты должны стать в ряд, чтобы я их распила. Что должно быть? Я понял. Скажи мне, пожалуйста, вот мы с Юлей тут разговаривали про общую стилистику. У нее вот хвост похожий на крылья. Почему у тебя дреды? У нее дреды похожи на крылья. Ты не подсказывай. Я знаю, что у тебя три высших образования паленых, негосударственных. Ну-ну, скажи, почему у тебя на голове? Ты как-то в стилистику группы пытаешься попасть или тебе пофиг на самом деле? Мне нравятся дреды. Я мечтала о дредах, я их сделала. Все. Ты регги слушаешь? Ну, такое. Какое? Никакое, редко. Нет. Я понял. Юля, ты запоминай, да, по поводу общей стилистики? Мы обсудим это. Само собой. С продюсером группы. С продюсером? А, чтобы отрезать ей дреды? Ну, я понял. Скажи, пожалуйста, я не помню имен, честно говоря. Я свои имя с трудом запоминаю. Поэтому я как-то так буду обращаться к тебе. Ты... Вася. Что ты? Повелитель низких частот. Повелитель низких частот сидит вот там. Наверху. Если он тебе эти низкие частоты подрежет, то ты уже будешь не басист, а так попандосник с веслом здесь. Ну, тогда он будет не повелитель тоже. Мы в команде. Ты с ним тоже в команде? Ладно, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, ты музыкой занимаешься для чего? Для себя. Для того, чтобы... Я спросил не для кого, а для чего? И это является одним ответом. Как бы для себя, для собственной реализации. Потому что музыка мне нравится, и музыка меня вдохновляет. Они у меня просто растут. У меня тоже дреды просто растут. Дреды растут? Ну ты мне-то можешь не рассказывать, что дреды сами не растут вообще. Группа, которая предложила мне играть, когда я научился играть на басу. Твоя первая девушка, я понял. И пока единственная. Ты на Юлю смотришь, почему я не понимаю все время? Я на Юлю посмотрю. Хорошо, отвернись тогда. Значит, а Юля сама себе там что-то думает. Скажи, дружище, ты почему именно в этой группе? Я понял, все, подумай пока. Юля, я видел, как ты фигаришь на баяне. Это на аккордеоне. На аккордеоне, да. Ну, просто есть песня такая, где он там шарит на баяне, поэтому да, это... Да, я понимаю. Скажи, пожалуйста, ты что здесь делаешь? Что тебе там не хватает? Потрясающе, на самом деле, петь и не подыгрывать себе, когда ты абсолютно свободен, тебе аккомпанируют. Можешь делать, что хочешь. Но это же не твое творчество. В смысле песни? Да. Но ведь интерпретация – это мое творчество. Можно же спеть по-разному. Ты сама пишешь что-то? Да, конечно. Где исполняешь? В театре. Я автор музыки к спектаклям, в том числе импровизатор. Че, серьезно ты? Я вспомнила, где еще играю. Юль, у меня вопрос к тебе. Вот сейчас у меня как вьетнамский синдром все это, вертолеты пролетели. Останавливаем вьетнамский синдром. Да, че ты жуешь все время? Я ему отвечу. Господи, да потому что все нет возможности... Кушать. Нет, потому что нет возможности пить воду, когда исполняешь, вот, а нужно, чтобы не сохли те самые связки. Поэтому связки живешь, и горло, да, чтобы слюна выделялась. Да, именно так.
Ты на этого, на боксера смотри. Я на него только и смотрю. Дружище, как тебя зовут? Слава меня зовут. Слава, ты что в этой группе делаешь? Ну, кроме того, что с гитарой застаешь. Я тут на фактической работе. В смысле, на работе? Тебе платят, что ли, за это? Так точно, я аранжировщик этого проекта. Не, подожди, тебе платят за это? Так точно. Кто? Собственно... Скульптор? Так точно. Нормально. Нифига вы устроились. Слушайте, это реально первая группа на моих эфирах, где кому-то платят. То есть ты здесь чисто за бабки? Я ничего не хочу, я тебя спрашиваю. Конечно, я еще здесь ради опыта, ради общения с прекрасными ребятами. Вам, я вижу, тоже нравится с ними общаться. Бесплатно нет. За деньги я бы, наверное, ходил бы здесь еще минут 20 бы и общался с вами. Ладно, все, скажи. Что, вы выясняете, что игра сейчас будете? Какая сейчас будет песня? Подари мне хоть море. Подари мне что? Хоть море. Хоть море. Все, я пошел. У нас сегодня, либо это у меня сегодня такое состояние, либо просто как-то звезды сегодня сложились у нас с доцентами, тремя высшими образованиями, скульпторами и названиями композиций. Вы слова вспоминаете, что ли, или отношения выясняете? Че, не, а что ты мне, извините, народ вполне, вы говорили бы в микрофон, люди бы сидели слушали на самом деле. Вы бы сказали, это у нас такой скетч. Это превьюшка к песне. Ты тоже театральный, да? Все театральные бесплатно играют, только эти самые за деньги. А он консерватор. Ты не в театре ты работаешь сейчас, нет? Нет, а где работаешь? Здесь только? Нет, в очень. Очень много это где? Ну, детей учу на гитаре играть. Там делаю аранжировки всем, кто нуждается. Гитаре играю тем, кто нуждается. Нашли чувака, молодцы. Что? Я там и тут, куда пошлют. Да вот это вот. Боксер, ты знаешь, да, вот эту поговорку? Подай, принеси, не мешай. Да. Я там и тут. Вездесущий. Давайте, играйте дальше. Я вспоминаю тебя, ветер.
Мне нравится эта группа, потому что они эти заканчивают, значит, заканчивают. Скажи, пожалуйста, ты чего все время жуешь? Тоже слюну выделяешь? Слюну выделяешь? Ты чего жуешь все время? Тоже слюну выделяешь? А тебе зачем? Потому что я больше всех потею, и мне хочется пить тоже. Понял, в связи? Ну ладно. Она двигается больше всех, у нее руки, ноги работают. И двигается, получается. Поэтому кушает сразу тут же, чтобы... Нет, создает иллюзию того, что она как бы пьет. Слюна вырабатывается, рот не сушит. Хорошо, обоснованно. А, скажи, пожалуйста, ты как считаешь, ты профессиональной музыкой занимаешься? Близок к профессионализму. Чего ты все время съезжаешь? Вот скажи, ты можешь конкретно ответить? Я конкретно и говорю, что я не достиг профессионализма, но близок его к нему. А что значит профессионализм? К уровню исполнения музыки, ее созданию и ее пониманию. Я большую часть жизни провел на сцене, и для человека, который на сцене находится, для него ваши аплодисменты – это некая мера одобрения и того, что он делает. И поэтому, если вы не аплодируете, то человек, стоящий на сцене, он думает, блин, что-то не так, или они какие-то не такие, или со мной сегодня что-то не то. Поэтому, если нравится, хлопайте. Скажи, дружище, что для тебя деньги? Деньги – это придуманный способ обмана. Вот это грязь. Для тебя тоже грязь? Да. Хорошо. Для тебя я помню. Это великая надежда, что они обязательно придут. Юль, для тебя что деньги? Возможность купить свободу, маме айфон. Стоп. Вот на свободе. Да. Я с тобой сейчас как с взрослым человеком разговариваю. Ты вообще понимаешь, что ты сейчас говоришь? Да, абсолютно. То есть за деньги можно купить свободу? Абсолютно. И человека тоже. Ты не подсказывай. Не подсказывай, понимаешь? То есть ты абсолютно уверен, что за деньги можно купить человека? Да. Что для тебя деньги? Не надо только вот этих сейчас. Вот. Не будет никаких вау, но у нас просто так решили, что так будет удобно жить. Ну, так. Где у вас решили? Человечество. Вообще. Нифига ты за человечество-то шарахнул. Ты уверен, что ты знаешь, что решило человечество? Ну, так как большинство пользуется деньгами, да. Они решили, что они им нужны, а они им пользуются. А ты что решил? Что, ну, без них. Что я как все. Все побежали, я побежал. Я понял. А? Мне прям страшно к тебе подходить, а такой взгляд. Да. Что для тебя деньги? Для меня деньги, к сожалению, это... Почему к сожалению, скажи, пожалуйста? Вообще, деньги для меня... Ну, я считаю, что в мире деньги – это массовый наркотик, без которых люди не могут жить. Без денег. К сожалению. Люди не умеют жить без денег. А ты в лесу не бывала никогда? Да. В лесу когда-нибудь была? Была. Тоже все за бабки? Нет, ну деньги это, блин, это бумага, придуманная для того, чтобы манипулировать людьми, грубо говоря. Тобой манипулируют? На работе, да. Мне приходится работать, причем очень сильно, чтобы заработать что-то. То есть, как и всем, только... А не приходила мысль, чтобы вот самой дреды не заплетать, а просто ломануться в лес, и там они у тебя сами образуются? Я, в принципе, на коррекцию очень редко хожу. На коррекцию? Скажите, у вас еще одна композиция или нет? Нет, то, что вы можете, я понимаю. Я не знаю, что у нас там по времени. Ребят, мы еще дадим им возможность сыграть что-то? У вас уже 10 часов, уже валить пора. Хорошо. Тогда, в принципе, ваши аплодисменты. Я не знаю, что нам удалось выяснить про этих молодых людей. Вы хотите славу, уважаемые? Не знаю еще. Я ее не получал. Это понятно, что ты ее еще не получал. Но, в принципе, хочешь? У тебя и денег еще пока нет. Но ты же веришь, что они придут. Славу хочешь? Он еще не пробовал. И не пробуй, я тебя прошу. Ты славу хочешь? Я не про имя говорю, а чисто. Я не определился тоже с этим, как бы. Что вы делаете на сцене, я не понимаю, когда. Денег не получают, славы не хотят, ни черта не знают. Юля, ты славы хочешь? Конечно.
Конечно, для нашей Все, молодец, не надо больше ничего говорить. Да, все, я понял, отлично, поэтому она в красном платье, а вы, как лаки телийские, в белых штанах. Ты, Слава, хочешь? Зависит от ее качества. А какого качества Славы ты хочешь? Черная Слава из белой. Вот можно как бы сказать, хочу прославиться. Прославиться в чем? Есть такие методы прославиться, которые я бы не хотел. Я ж тебя не спрашиваю, какими методами. Я тебя спрашиваю, хочешь Славы или нет? Конечно, как и все. Опять как и все. Я не знаю, как все. Вот, видимо, не все вот и в вашей этой команде. Ты Славы хочешь или только домой? И на самом деле я хочу Славы, но... А вот когда «но», тогда значит не будет ни хрена. Будет приносить мне удовольствие. То есть, ну, если я буду исполнять то, что я хочу исполнять. Тоже не понимаешь ни черта, я понял. Нет, ты извини, но когда человек говорит, я хочу, но вот если вот это, а может быть не так, а там я еще посмотрю. Короче, вызываем сюда на эту сцену группу Росвиталис. Доцент и товарищи. Росвиталис. Идите сюда, я так понимаю, что часть из вас уехала, да? Они сказали, ну вы к чертовой матери. Исчезли. Ну, я понимаю. То есть на следующих концертах будете набирать новых, я понимаю. Отлично. Короче говоря, ребятки, пожалуйста, аплодируйте вот этим двум замечательным командам. Иди сюда, барабанщица, чтобы тебя видели тоже, а? То барабанщика всегда не видел. Иди сюда, дорогая. Вот, чтобы на тебя тоже посмотрели. Все, аплодируйте. Спасибо вам большое. Все вот эти... Я очень много играл криво, поэтому могу сказать, что никакого крива в этом нет. А вот все вот эти монстры там, типа там, Eurohip, Deep Purple, тот же Queen, ну что не начинает, ты без метронома тоже. Пофиг. А потом, когда поняли, что ни хрена из этого не выйдет, решили взять барабанщика с наушником. А он вообще крутой. Да я помню, он работал здесь. Это я. Это я помню. Скажи, дружище, ты как думаешь, о чем была вот эта композиция? О нелюбви. Вы вообще в одной группе? Вы сегодня не первый раз встретились, нет? Нет, второй, я понял. Не успели договориться, о чем поем и о чем играем. Ну, творец, твое последнее слово. Это песня одновременно и о любви, и о нелюбви, потому что это песня о творческих способностях человека, о его способностях к творчеству. Надо жить и творить. Вот так. Песня была вот так. Я понял. Вы договариваетесь, о чем будет следующая, братья? Вы договариваетесь, о чем следующая композиция будет?
не договаривайтесь. И правильно, не надо договариваться, он ерунда полная. У меня был вопрос по поводу вот этих ящиков, что одного, что другого. Во-первых, мне всегда было интересно, я никогда не был гитаристом, я много чего на сцене делал, но никогда гитаристом, вот соло-гитаристом не был. Скажи, пожалуйста, как ты умудряешься вот таким башмаком попадать в нужную вот кнопочку? Если можно, оператора показать вот эту вот хрень, что вот здесь вот стоит, чтобы люди понимали, там в эфире. Скажи, пожалуйста, а прежде чем ручки повернуть, ты ботинки снимаешь? Охренеть. Циркачи. Сплошной цирк. А теперь скажи мне, пожалуйста, вот у тебя всего одна гитара. У меня просто я в бытность, у меня был опыт игры с зарубежными музыкантами. У меня был такой замечательный приятель, гитарист Ян Дуэ. Вот. У него была всего одна примочка. Всего одна вот. Да, она такая была старенькая, он ее периодически пинал ногой, чтобы она не фанила. И, в общем, они вошли в энциклопедию рока со своей группой и очень неплохо звучали. Скажи, пожалуйста, зачем тебе вот это вот балды столько? Экспериментирую. Во время выступления? Ищу ту самую одну, это не так просто. Ищешь одну, а дома не пробовал искать, нет? Обязательно собрать народ, чтобы поискать здесь? Конечно. Надо же посмотреть, как прореагирует народ. Секунду. Народ, как вы реагируете на то, что он там ногой делает? Офигенно! Офигенно делаешь! Секунду, вот чё? Господи, ты нашел свою ноту, что ли, наконец-то? Он почти полчаса искал, нашел, наконец. Мне больше всего нравится, что человек, который во время вот нашего общения, и, в принципе, во время вот этого концерта, сидящий в телефоне, сказал, гениально я реагирую. Я реагирую гениально на то, что он там делает ногой. Просто гениально. Вы слышали, что он делает? Да. Вы уверены? Слышал, поэтому сейчас просто сидите в телефоне и говорите, что я слышал это уже много раз, сколько можно. Следующая композиция будет о чем, Вань? Она называется «Обходя молчанием» или «Пасеку мула». Еще раз. «Обходя молчанием». Или что? По-английски «Passing over». «Passing over». Yes. А там про молчание ничего. «Passing over» ну, это... Какое идиоматическое выражение. Какое выражение? Идиоматическое. Не идиотическое, а идиоматическое. Господи, надо было мне блокнот взять. Я столько у него слов узнаю сегодня, по-моему. Все, ладно, играйте про идиоматическое. Что? Дело с серьезным человеком. Иван Вадимович, доцент. Будьте осторожны. Секунду. Я сразу вспоминаю, знаете, какое кино? Джентльмен good luck. Да, джентльмены удачи. С доцентом будьте осторожнее. Давай, доцент, играй, пока не побрили. Не дождетесь. Это ты на мой уход, что ли, такую музычку вставил? Мог бы и побравурнее что-нибудь. Thank you.
Клево. Нет, ну сейчас потому что... Вот я даже записала, но без этого пойдем. Давай, давай.